Ленты, бусинки, булавки. Будущие мамы делают обереги своим малышам. Эльвира Абазова перебирает буквы и нанизывает на иголку. Она уже на 8-м месяце беременности. Ждет мальчика. Когда пришла на курс, совершенно не знала, чего ожидать. И они мне очень помогли. Я не ожидала, что мне дадут такую информацию в таком полном объеме. Теперь у меня все встало по полочкам. Я ничего не боюсь и готова. «Шаги к материнству» проект стартовал в июле текущего года. На курсе молодые мамы и беременные женщины общались с психологами, гинекологами, педиатрами, инструкторами ЛФК. Узнали и как бороться со своими страхами, как кормить, купать новорожденного малыша, а главное – тонкости воспитания ребенка. Проект реализовывается 5 месяцев. На данный момент у нас есть уже неплохие результаты. И результаты превысили предполагаемые результаты, которые мы ожидали. То есть если мы ожидали, что у нас будет 70 участников программы, то сейчас уже на данный момент у нас 132 участника, 22 из которых папы. Сегодня заключительный этап проекта – фестиваль «Счастливая палитра». Для беременных работает 7 площадок – фотозона, арт-терапия, релаксация, сенсорная комната, мастер-класс по уходу за малышом. А здесь для беременных подготовили метафорические карты. Через яркие картинки девушки рассказывают психологу о своих переживаниях и эмоциях. Это метафора, это ассоциация. Здесь не может быть советов. Здесь можно попробовать человеку дать возможность, какое-то направление, может быть, да, куда бы он мог сам дальше двигаться. Кому-то важно проговорить, получить поддержку, и, может быть, на сегодня достаточно будет. А для кого-то это будет поводом пойти в более какую-то, может быть, серьезную работу, терапевтическую, психокоррекционную. У беременных вопросы всегда есть. Подготовка к родам, сам процесс ухода за новорожденными. Поэтому организаторы планируют продолжить комплексную работу с молодыми мамами и беременными женщинами. Напомним, только за 10 месяцев 2019 года в Ульяновской области родилось более 6 тысяч детей. Марина Тимофеева, Алексей Слипченко, репортер 73.